Здравствуйте, сегодня я на складе помогу клиентам проверять видеокарты. Это GeForce RTX 3060 Ti. Но я не буду открывать, потому что это совсем новый. Я не буду помогать клиентам купить бэушники, потому что иногда бэушники есть разные, но проблемы я не могу решить. Поэтому я только продаю самые новые. Посмотрите, здесь 12 штук есть. Здесь 10, плюс здесь 2. Мы положим вместе. Склад очень большой, но очень далеко. Обычно я не поеду в склад. Шумно и грязно. Но этот товар очень дорого. И я помогала им, купила. И клиент попросил, пусть я помогу. Поэтому сегодня я специально поехала в склад. И помогу им смотреть и считать. Это GeForce 3060 Ti. Мы купили этот раз 12 штук. Потом клиент еще купил недорогой для компьютера. Давайте я покажу. Вот этот делает упаковку в таком виде, и по-каждому еще обязали. Потом клиент попросил, пусть я помогу смотреть внизу. Посмотрите, нормально упаковали. Потом в таком виде. Здесь есть один черный куклы. Здесь красный. Потом я тоже считала 10 штук. У нас еще есть другие товары. У нас склад обычно после обеда, вечером после 8 у нас будет есть большой грузовик. И мы поехали в Гуанчжоу, самые главные несколько улиц, забираем товаров из разных маленьких картов. Поэтому сейчас у нас здесь еще более пустой. Посмотрите, более пустой. Но место, почему так большое место? Потому что вечером еще надо загрузить машину. У нас машина 17,5 метров, такой длинный грузовик в Китае. Можно загрузить 36 дом, 140 кубов. И у нас там есть белые коробки. Это мы будем отправлять через авиа. Поэтому специально вязала, добавляла упаковку в белый мешок. Потом еще есть зеленые. Эти зеленые